Всем привет, друзья мои! Иду менять свой маникюр. Хоть он очень красивый, но нужно менять уже. Ашкем уехал с Натальей, с братом по делам, а я иду в район форума. Так что она меня ждет уже, моя девочка, красавица. Она скоро уезжает завтра, поэтому надо сегодня успеть последний день. Может, можно было еще поносить его, но я хочу что-то такое оригинальное. Когда она вернется, неизвестно, но решила сделать, поменять. Так что вот так, погода хорошая, отличная. Не успеваю. День только начинается и уже заканчивается. Не успеваю. Пришла я к девочкам. А ну-ка, поздоровайтесь, девочки. Уже в другом салоне, да, в другом салоне. Делают мне маникюр, обслуживают. Я вам сейчас что-то покажу. Вот такой здесь сервис, чай с вареньем. И вы знаете, варенье из чего? Из каштана. Не перестаю удивляться туркам, они даже скоро из семечек приготовят варенье. И будет очень вкусно. Попробуйте, не знаю, как его готовить, но попробуйте приготовить. Может, в интернете, в ютубе найдут они рецепт. Ну, действительно, очень вкусно. Асенька скоро уезжает, бросает нас. Обязательно приеду. Арзу остается здесь вместо Асеньки. Да. Замена. Светлане делаем сногсшибательный маникюр. Угу. Может, заодно и интервью поговорим? Обязательно дадим интервью насчет красоты Мерсина. Поговорим обязательно, посидим. После маникюра. Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Та. Друзья мои, такое хорошее утро! Такое теплое, такое солнечное! Просто нету слов. У меня такое настроение. И желаю вам прекрасного дня, улыбок, прочь все болезни от себя. Друзья мои, посмотрите, какая я счастливая, не знаю почему. Вон наш Капычи Мурат там куда-то ходил. Друзья мои, утро как начинаю. Цветочки свои ночью полила вечером. Полила. Сейчас я, знаете, что сделаю? Машинку надо раскладывать. Уже стирку повесила. Сейчас буду, выжала себе сок из граната. Были такие гранатики. И обожаю это кофе в Турции. Сейчас покажу, какое. Еще раз покажу. Постоянно показываю. Ну и сейчас Ашкем поехал оставлять машину. Вчера он был с Натальей и с Андреем. У меня были дела. Сами знаете, маникюр ходила. И вот такой кофе. Очень вкусное. Мне очень нравится. Конечно, есть еще и такое Якобс. Ну, его тоже пью, когда это заканчивается. Но мы любим запас кофе. А еще у меня такой есть кофе. От Фармаси есть. Вот такой кофе в пакетиках. Ну, я предпочитаю это. Сразу туда молочко. Ну, без сахара, конечно. Сейчас я вам покажу. Вчерашкин, пожалуйста, только яиц купил. Что у нас новости, расскажу попозже про родителей. И хочу поделиться, что они нам вчера передали целую сумку всего. Так как они возвращаются в деревню опять. Вот такой вот фрукт, я забыла его название. Знаете, он какой вкусный, он сладко-кислый и очень полезный. Вот так внутри он и очень вкусненький фруктик. Еще мама передала вот сумку. Гранаты тут положила. У них вот эти гранаты, вы же видели, растут.
очень много чего-то передала. Что передала? Йогурт передала домашнюю. Ну, посмотрим в холодильнике. Йогурт там передала. То все. Аж кем грибы купил. Буду. А, это передала. Короче, передали нам сумку. Я думала, картошку передали. Нет, картошки не было. Ошиблась. Так, друзья мои. Пьем сок и идем работать. Хочу показать вам, что я купила в Ивраше. Я пошла вот за таким средством для волос. Я купила раньше, когда у меня были такие волосы в ужасном состоянии. Мне хватило на год вот эта бутылочка. После каждого мытья волос я буквально по одной капельке выдавливаю и наношу на волосы массажными действиями. И я очень довольна, они легко расчесываются и предохраняют от солнца, от всего. Вот такое вот шикарное средство. Так, еще я купила, мне очень понравилось средство для снятия макияжа. Очень понравилось. У меня был маленький флакончик, вот немножко осталось, там половина. Я решила купить побольше. И за то, что я купила вот эти две штучки, мне дали в подарок вот такое вот, вот такое средство. Сейчас попробуем. Это вода, мицеллярная вода здесь. Посмотрим, что это за, как оно будет. Сейчас по-турецки здесь читаю. Тоник, гель для снятия макияжа. И, в общем, средство такое. Вот это все я купила. Это по 100 лир. На 100 лир два средства со скидками, а это в подарок. Продукция Ивраше очень мне нравится. Я перешла полностью. Мне даже и лайнер для глаз, и помады. И сейчас хочу заказать себе вот этой марки Genesis ночной и дневной крем и сыворотку. Дорого, но это, оно этого стоит. Идем с Ашкимом на базар. Тут подышать пока это. Ой, друзья мои. Тепло, но я что-то с той стороны сидела и замерзла. Ой, выключи, а то такой звук. Ой, наконец-то, Ашким, дошло до тебя. Ой, страшно, страшно. Страшно, страшно. Сейчас вы мои все морщинки увидите, лучше закроюсь. Нет у меня морщинок, нету. Вот, друзья мои. Короче, о ценах потом расскажу, чтобы людей в шок не бросать. И вот наши покупки не могла снимать на базаре. Что-то такое состояние. Вот именно погрузилась в эти овощи, фрукты, смотрела, забыла про телефон. Вы представляете? Было еще не так переполнено. И поэтому по сторонам смотрела, оглядывалась. И ничего не сняла. Ну и ничего. Вот эти мандарины. Я сейчас пока расскажу, кто что почем и сколько стоит. Кстати, мы забыли яблоки купить. Вообще что-то голова не работает, что со мной. Так, ну ничего, хватит нам. То, что есть. У нас, в принципе, еще яблоки. И вот, посмотрите, сколько у нас тут чего есть. Так что то, что я не купила, яблоки, совсем не страшно. Вот и грибы. Буду готовить, может, сегодня, а может, завтра. Не знаю сама, что буду готовить. Так, начинаем обзор покупок. Лимоны 3,50. Потом мы увидели и по 3, и по 2,50, и по 1,5. Но я взяла вот, где мандарины, по 3,50. Вы представляете, мандарины по 3,50. Мой муж любит все отборное. Ну вот, я тоже пошла, поплыла по его течению вместе с ним. Картошка нигде 2,50. Мы взяли много. Картошки не было. Это 1,5 лиры. 1,5 лиры. Взяли много морковки. Будем сейчас грызть с Ашкимом. Запасаться витаминами. И, это 3 лиры. Килограмм стоит.
Взяли мы ему много зелени, я набрала мяту, вот нанюхалась ее такой, расслабон у меня, рока, укропчик и петрушка. Ой, как запахло, пошевелило. И это называется терри. Короче, друзья, каждый пучок по лар 50. Так, у нас купили мы, значит, вот такой виноград килограмм и отборные корольки по 6 лир. К сожалению, они очень дорого. Я не знаю, мне показалось, что сегодня дорогой базар. Может, к вечеру все подешевеет, я даже в этом не сомневаюсь. Ну вот пока вот такие цены. Это что он там делает, интересно? Ашка мой замерз, представляешь? Не пьерсусы. Я сегодня все убрала. Хептем из лиды машкам, не пьерсу. Не яптин. Это он так, я ему на поднос. Посмотрите, какой красивый суп куриный вышел. Боже, рецепт его. Смотрите, у меня в плейлисте я готовлю дома куриный суп по-турецки. Отварила картошку с хамсой, хамси и джесашкой. Ну вот такое все у нас. Вот это тоже отварила. Он говорит, не надо ничего, только это съем. В общем, будем кушать, обедать. Приятного нам аппетита. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.